Привет всем подписчикам NTLBet, добро пожаловать в Оренбург. Здесь состоялся первый матч седьмого тура Росгострах чемпионата России. Ну а поговорить хочется о другой игре седьмого тура. Крылья Советов дома примут московский ЦСКА. ЦСКА только в среду сыграл тяжелейший матч против Байера. Дальше был перелет, то есть четверг выпал практически полностью. И уже в субботу нужно было отправляться на матч с крыльями Советов в Самару. Поэтому я думаю, что команда и эмоционально после такой тяжелой эмоциональной игры, и физически после игры в очень высоком темпе, конечно, опустошена. И, безусловно, это не может не отразиться на матче с крыльями Советов. При этом крылья Советов — команда откровенно низовая, команда, которая немного пропускает, но и при этом немного забивает. Я думаю, что именно в низовом ключе пройдет встреча ЦСКА и крыльев. Безусловно, мы говорим о том, что ЦСКА еще, конечно, своих оптимальных кондиций, несмотря на два гола, забитые в Леверкузене, не нащупал. Поэтому я считаю, что ставку на этот матч нужно искать в низовом поле. И я думаю, что хорошая ставка на этот матч — это голы в обоих таймах нет. За нее дают больше коэффициент, чем обе забьют нет, и больше коэффициент, чем за классический тотал меньше. Поэтому мой прогноз таков: голы в обоих таймах, матча крылья Советов ЦСКА нет. Ну, оставить или нет, это уже решать только вам. В любом случае, хорошего просмотра и удачи!